Смотрите, кто вернулся. Здорово, парень. Я вернулся. Красава. Всем привет, давай. Да, так что с нами Соня, снова Саня. Все, кто по нему соскучились, посмотреть на него. Вот видите, он в порядке. Да? Пониже возьми. Что сегодня делаем? Ну, первое, как вы уже могли увидеть, мы... Разминаемся флажками. Нет, мы уже обычно размялись, ну да, разминаемся флажками. Нет, где он подавляет? Миха, грудь не выпячивай. Грудь не выпячивай, Миха. Ну ладно, в общем, мы делаем подводящий к флажку. А кто умеет флажок, конечно, делать? Флажок, это я. Ну вот, у меня рюки тоже неплохо получились, смотри. Пожалуйста, лайк, если вам не хватало, Саня, на нашем видео. Ну, в общем, мы делаем флажок на обе стороны сразу подряд. Просто фиксация вот такая вот. Тоха, как всегда, не багажит, наверное, покажет потом. Он заснял? Да? Заснял? Да, заснял. Все, ты заснял? Заснял. Еще да, нас показать могу. Еще сегодня у нас будут операторы. Чувак с крутым жилетом прям. Это Red. Это очень крутая камера. И на самом деле мы снимаем видеоролик мотивационный для Минздрава, который вы скоро увидите. Да? Вы на этом, на воркауте мы тоже будем. Да. Там, короче, надеюсь, что будет очень круто. Чем мы делаем? В октябре у меня номинация на премию. Я номинирую. Я выиграю. В общем, да, премия губернатора второй год подряд, походу, получает наш проект. Будем надеяться. Ладно, что мы делаем сегодня, ты сегодня скажи? Сегодня мы вот разминаемся флажком, да, потом идет разминка подтягиванием. Подтягиваем. Играем в лестнику сами собой, можно разбиться на пары. Делаем в лестнику по одному, поднимаем. 1, 2, 3, 4. До максимума. Так, как сможете. Потом вниз. Отдых вот от турничка до стенда. Да, стенд. И обратно. Где спортивный комплекс и воркаут? А да? Если у людей на площадке нет стенда, как не важно! Делать? Маленький отдых. Ну блин, ну... Ну что здесь непонятно? Ну, я не понимаю. Покажи им расстояние. Хочешь шаги посчитать? Не знаю. Сколько здесь? Метров 12. 12 метров. Туда-обратно. Туда-обратно. Все. Назовем трение целые 12 метров. Нет, 12 метров это туда и обратно. А, окей. В сумме. Ну окей. 24. Хорошо, ладно, делаем патик. А он снимает, да, Антох? Или надо нажать? Снимает. Не надо ничего нажимать, просто открути и все. Через сколько ты планируешь начать? Прямо сейчас. Прямо сейчас, а что ты будешь делать? Отжиматься на брусьях в лесенку по два раза. Воркаут это разнообразие, мы же вам говорили. Это разминка. Мы никогда не делали еще по два раза, да? Что? Делали. Разминка? Да, мы же разминаемся. А. Вот полуторное дело, да? Не, нормальное дело. Ну, то есть, чуть не ждет. Полуторный будет жить. Ладно, давайте делать лесенку и... Коля, ты делаешь специальное упражнение? Да, тут разминка спины идет, грудной клетки. Вообще очень удобно, разогревающую спину. Так, а что разминается? А тут разминается? Пресс? Пресс. Пресс, понятно. Нижний. Нижний? Ну что, Сань, тебе не было 2 недели, 3? Сколько? 4, кажется. 4? Да. Какие новости? Никакие. Народ просто переживал за тебя. Все нормально. Спрашивает, что, как ты?
Нормально. Нормально. Скажешь, что можно будет с тобой пообщаться 13 декабря в экспоцентре на Красной Пресне, да, в рамках благотворительной ярмарки «Душевный базар». Это помнишь, где мы Марусю крутую тачку видели, там небоскребы все такое? Да, круто. Рядом с парком на Красной Пресне, вот я там. Я думал, на Красной площади будет. Нет. А ты мне сказал. Я сказал Красная Пресня. Площадь. Я сюда приходите все, сможем потренить в помещении, в тепле. В компании Ярослава Косякова, в компании Натали Пашков, в компании Вовы Тюханова и его девушки Ани. И многих других клёвых людей. Да, Сань? Да. Не умирай. Это не умирай. Все хорошо, ребят. Рад вас видеть. Видео всегда непонятно. Бред. Многие спрашивают, да. Дерьмо какое-то. Все говорят, что за дерьмо, почему это русский канал, а на английском, мы что? Саня, Russian Federation, как в таком духе. Саня, если человек не может потянуться один раз, ответишь? А ведь он даже не снимает нормальные видео. Сейчас. Он даже не снимает нормальные видео и говорит, ой, да что там непонятно, это нормально снял. Люди русские иногда английского-то не знают, понимаешь, а сам... То видео на русском, про которое речь идет. Особое видео. Вон я, значит, леща плохо тебе по-русски говорю. Обещай тебе. Объяснять надо. Пошел, давай объясняй, давай, ближе к теме. Там даже инфопост есть с фотографиями и описанием. Вот хоть что-нибудь понял, а я нет, но давай. Ну, в чем, я не умею подтягиваться ни одного раза. Не умею. Саша меня учит, как научиться подтягиваться. Саша учит. Да. Это Саша сам умеет. Саша! Людей, кто подавляющее большинство, кто не умеет реально подтягиваться. Ни разу. Показывает, да, правильные советы, как правильно научиться. Давай. Жаль. Просим, турник. Да, попробуй с пол виса потянуться. В общем, берем турник на уровне приблизительно головы, чтобы руки были немножко сжаты. Ты слишком много говоришь. Вот. И, короче, начинаем делать так вот. Не вот с таких рук, а вот с таких. Ну, вообще-то твои слова, ты должен говорить. Ну, работу за него делаю. Ну и вот в таком положении пытаемся потянуться. Это мне Саша так говорил. Ага. Так делаешь. Потом задерживаешься. Мой ученик. Да. Это точно. Ну и говори дальше. Ну и дальше. Третье упражнение мы делаем подтягивание. Прибавляем по 3 раза каждый раз. То есть 3, 6, 9, 12 и так далее. Если последний раз не смогли добить те тройки, которые должны были прибавить, высчитываем 50%, сколько мы сделали, и делаем за один подход. Мы пытаемся там отдых, сколько хотим. Окей. Все меньше, чем лучше. Да. Мы еще не дотренили, но Саня уже уходит. Я душ дотренил. Нет, не дотренил. Что скажешь напоследок? Тебя давно не было видно. Что мы можем от тебя ждать в будущем? Вы все стали словаками. Это правда, я им говорил. А что, Коля, обнимаю? Да, вот короче, такая милая музычка, короче, сразу просто берешь, включаешь такую. За эту милую музыку банят на YouTube. Да, да. К сожалению. Ладно, на следующей неделе. Какая мелодия в «Титанике»? Быстро мне ее напомни. Я не помню. Быстро напомни мелодию в «Титанике». Ну ладно, было неплохо. Короче, вот так вот. Так что приходите в «Скучный сад», с нами снова тренер Саня. Антошка, у меня тут осталось. Это что вообще? Это флаеры. Прикольно. Стодневки, которые я раздавал на забеге. Прикольно. Ничего себе. Себе заберу. На память? Какое третье упражнение, Сань? Так солнышко светит.